На это добрейшего времени суток, с вами на микрофоне Дог Браун, и мы продолжаем проходить Metro Last Light. Давайте сразу начинать, интересно, что там будет дальше. Мы сейчас будем бежать из лагеря, вернее, из концлагеря. Ух ты, ё-моё. Пойдем. О, знакомые трубы. Это у них типовое решение для таких заведений. Если бунт или еще что, вся тюрьма становится большой газовой камерой. Круто, оу. Лифт уедет, дальше двинем. Двинули. Ё-моё. Я, конечно, слышал, что у них тут где-то концлагерь, но такие вот масштабы. Да. Да, мощно. Вон там, лаз на той стороне. Ладно, я первый, ты за мной. Только тихо, а то газ пустят. Так, 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 так. У них везде газ пускают. Норм. Двинули. Лояльно. Ты, главное, на свет не показывайся. Темнота, друг диверсанта. Так, кажись, проскочили. Ну-ка, ну-ка. Решетка. Блин. Хрена с два. Видно, мало каши ел. Да, тут не пройти. Ладно, куда дальше-то? Ты меня спрашиваешь? А что если... Братишка, а ну-ка подсади. Ё-моё, там кого-то вообще убивают по-зверскому. О, норм. Так, а сейчас представь, что ты маленькая сука-мышка. Пригнись и потихоньку. Теперь тихонечко двигаем вперед. Замри! А так, как хорошо. Пристрелим мы тебя и людей сбережем. Блин. Стрелять мы его не станем. Отомри! Спасибо, господин офицер, спасибо. Стрелять не экономно. Фюрер считает, что уроды не заслуживают ничего, кроме виселицы. Удобно и зрелищно. Да, фашисты изверите еще. Делаем так. Ты правого, я левого. Я своего отвлекаю, тут ты снимаешь своего. Ферштейн, давай, только раньше времени не начинай. Все, работаем. Что же делать? Пожалуйста, пожалуйста, я нет. Вроде что-то упало. Штукатурка, может? Сыро тут. Нету тут штукатурки. Бетон один. Так, начнем. Заключенный в Ш- кто? Это наши извели шум. Не я это, не я. Богом клянусь. Патрончики. Смотри, смотри. Опа. Даже не вякнул, гад. Слушай, эй, слышишь меня? Там рычаг. Он лестницу опускает. Если нажмешь на рычаг, опустится лестница. Кому там лоб типа вывернуть, чтоб не толкался? Отлично. И бей их столько, сколько сможешь. Нам ничего, всем все равно конец. Только подохнем все из-за тебя. Выкрути лампочку! Что? Какую лампочку? Выверни лампочку! Не боись, не обожжешься! Да лады, лады. Нет, не надо, не надо, не надо. На себя посмотри, тварь. Голову от жопы не отличишь, а все туда же. Ой, блин, да, вы там красавцы такие, там такие диалоги бешеные. Давай на ту сторону, может там выйдет подняться. Встретимся наверху. Не пуха! Ух ты ж, ё-моё, там.
Так, тихонечко. Дайте хоть чего. Пожрать. Кормить тебя еще. Что? Угу, до свидания, ублюдок. Ну, как я его отвлек, а? Молодцы, парни. Жалко, вас достать не могу. Парень, открой клетки. В караулке выключатели. Эй! Темновато, ребята. А, вот, да, лестница. Да, молодой человек. Вижу, что парень, вы сюда не на прогулку пришли. В караулке пульт. В караулке. Да хорошо, в караулке. Что значит, ты его отпустил? Ты что, рехнулся? Его же обершарфюрер приказал в расход. Это же трибунал за сочувствие уродов. Не знаю я. Я смотрю на него. И вместо этой черной обезьяны, сморщенной, вдруг вижу своего пацана. Сынишку своего. Ну и... А тут еще этот торговец Ганзы. Продай, говорит, зверька, че его стрелять? Хорошие бабки, говорит, дам. Ну я и... И что, заплатил? А то, ты этот... Послушай, я готов поделиться. Мне одному много. Ты только обершарфюреру не надо. Там 200 патронов дали. Половина моя. Так, чего гуляем? Так конец смены у нас. Тогда нечего здесь торчать. Марш в казарму. Есть, герр-обершарфюрер. Капец, что тут происходит. Фашистская Германия прямо. Тихо. Артём, без резких движений. Что это? Тихо. Тихо. До свидания. По-тихому, все, с Новым годом и спадки. Выкрутим эту красоту, все, а то... Слишком светло, да и как-то не экономно столько лампочек жечь. И на картонах. Чё слышно вообще? Пока ну ты даешь, парень, как ты его? Да что же, на полу? Тише! Услышь это все! Глотай газ! Спину так и ловит. Вот бы прилечь. Вы молодец. Ну будьте осторожны. Если вас заметят, сразу пусть обгавят. Да ладно, я уже понял, харе. Да не слышно нифига. Добрался, да. Герой. Теперь надо, чтобы с той стороны нам шлюз открыли. Вон кнопка на стене. Это вызов. Жми. Прячемся. Один момент. Вот, так лучше. Проходил, уже уходит. Давай, в шлюз, живо. До свидания. Выпустите нас. Там наверху пульт. Можно открыть все камеры. Не могу я. Закрывай шлюз. Да не слышу нифига. Я жить хочу. Блин, а где там пульт управления? Я... Закрывай шлюз скорее. Ну что тебе стоит? Выпусти. Как он вас отсюда выпустит? Выключатели-то наверху. Пора валить, закрывай шлюз. Пока не ясно. Так, лифт, молодец. Ну а как? Теперь выпусти нас. Открой камеру. И где камеры открыть, пацаны? Где? Ну покажите пальцем, куда идти. В караулке пульт. В караулке. А где ваша караулка-то? Парень, открой клетки. В караулке выключатели. Да не слышно нифига. Караулка. Где ваша караулка, ребята? Выпустите.
открой клетки, а? Там в караулке пульт наверху. Ну, что тебе стоит? Напихали нас. Ну что стоишь, парень? Действуй, пока не заметили тебя. Да и вообще, все, видать, скоро выйдут. Да. Ладно, я затрудняюсь. Где там у них наверху? Никто ничего не слышал? Да не слышно нифига. Охрану перебил, теперь открой клетки. Не забудь, пульт наверху. Вот и не бог нашли. Теперь самое веселье будет. А вот, держи. Часы у тебя что надо. Лампочка загорается, когда тебя нет. Удобно. Значит так, дальше наверняка будет охрана. Но своих газом они травить не станут, поэтому можно будет развернуться по полной. Гранату бы. Ну ничего, прорвемся. Пацанов жалко. Ну, поскакали. Ты иди низом, а я сверху прикрою, если что. Ну что, где ты там? Нормально. Отлично, красавчик. О! Немного дали, но тоже сойдет. Говорится, лучше, чем ничего. Тихо. Ты-то чё стоишь, мужик, ходу. Так, быстренько всё собрать. Свидание. Что-то я его вообще в ноль не заметил как-то. О, а не это ли там нужна кнопка? Да, есть. Пацаны, гуляйте. Нажал. Ходу. Ну, поскакали. Отлично, норм. И пацанов выпустили. Вообще красота. Побег из фашистской тюрьмы прошел под девизом «Враг моего врага, мой друг». И зовут этого друга Павел. Он командир уничтоженной разведгруппы красных.
Я никогда не питал особой симпатии к коммунистам, но Павел действовал как герой. Отлично, сейчас будем прорываться дальше. Я все тьфу-тьфу-тьфу! Ты молодцом, не зря тебя в рейнджеры взяли. О! За мной, не останавливайся! Понял. Как ваша разведка могла его обнаружить? Которые ломятся от еды, лекарств и оружия. Там хватит консервов, чтобы рейдж был сыт 100 лет. Там достаточно оружия, да хоть тысячу облезете, чтобы уничтожить всех уродов и генетически неполноценных. Я уже начинаю ненавидеть рейх. Что там еще? Побег! Черт подери! Перебили охрану и скрылись! Так что вы тут делаете? Найти немедленно! Господи! Господи! Хватайте этих свиней! Шпионы! Сюда! Воу-воу-воу-воу, как Артём, интересно. Скорее! Пошла пальба. Так, тихо-тихо-тихо-тихо. Ух, красиво вынесли. Более чем. Черт! Сильно задело! Держись, Артём, держись! Блин. На, сука, получи! На землю, сука! Остаюсь! Не стреляй, не остаюсь! Держись, Артём! Еще чуток! Быстро! Так, там уже ломятся. Твари! Ворота поднимают! Вали! Я их вижу! Вон они! Ну, сходись! Остановите их! До свидания! Ух, капец, вот это да. Нам удалось невозможное. Теперь моя задача предупредить Орден, что Черный пропал. Это значит признаться, что задание провалено. Но теперь, когда Черный попал в метро, в одиночку мне его не разыскать. Нужно выбраться на ближайшую нейтральную станцию, а оттуда в полис, в штаб Ордена. Павел покажет дорогу. Черный пропал, так фашисты взяли Черного. Теперь на театральную рвем, больше некуда. Ты как там, живой вообще? Да живой, молодцом, живой, но... Броник вещь! Чёрт, тупик! А ну, держись! Твою мать! Ну всё, приехали! Блин, нагородили двери. Делать нечего, даже на своих двоих! Айда за мной! О, фонарик, нормально. Что за туннель? Ни на одной карте его не видел. Давай тут поосторожнее, рейх все же. О, ого. Труба! Д3? Артём, давай сюда! Да подожди, труба трубой, труба успеет, никуда она не денется. Артём, иди сюда, дело есть! Да сейчас обожди, Паша. Прикольно, так. Артём, дуй сюда! Да иду, иду. Опа! Так, ты подожди, а я гляну, что там. Чёрт! Эй, чё за... Шпион! Хватайте его! Ты смотри, какой ловкач! А ну, мужики, тащи его на пост! Слышь, а если он не один тут? Внимание, второй пост! Проверьте свой сектор туннеля! Повторяю, проверьте свой сектор туннеля!
Мы крысу из вентиляции достали. Там еще могут быть. Принято. Проверяем. Ух ты, тихо, тихо, тихо. Черт знает, что творится. Одного взяли. А сколько их было? Красные диверсанты по одному и не ходят никогда. Проверить надо. Сыков, иначе потом до конца смены на паранойи сидеть будем. Что у тебя? Знаешь, давай до тупика пройдемся. Пока мы храбры. Так, на всяк пожар. Нормально, за паутиной меня не видно. Блин, Павла взяли. Отлично, по-тихому сделали. Что это такое? Что это? Типа на вынос, да? Не, не пойдет такая вещь. Возьму ублюдка обратно. И давайте теперь по-тихому, аккуратненько. У-у-у, ребята. Вау. Ехал. Все же вроде вообще не люди были. Твари какие-то, не? Уроды как есть. Кожа черная, причандалов нет вообще. Хрен знает, как размножаются. Глазищи без белков. А еще, говорят, как эта тварь тебя увидит, в глаза посмотрит, тут тебе и капут. От боли умираешь, где стоял. Брык и схопыт. Ну и правильно их. Мы не таких тут. О, Мишка на белорусской повадился в бордель. И втрескался там в какую-то сучку. Стал ей заливать про жизнь в рейхе, что хочет жениться. Наверное, чтобы давала бесплатно. А она, дура-то эта пробита, и померила. Прибежала на пост. Хочу, типа, к своему жениху. Ну и что? Диалог классный. Ничего так девка была. Смазливая, все дела. Но с хвостом. С каким еще хвостом? С натуральным. Вроде щенячьего. Уродка, короче. Ее, как положено, загнали первым делом в фильтрационный пункт череп мерить. Ну, хвосты нашли. А Мишка-то? Он что, до хвоста этого не добирался, что ли? Капец. Лошара. Вот и гауптштурмфюрер так сказал. Опозорил, мол, рейх. Заморал мундир. Вот тебе, говорит, швабра. И либо ты ее сейчас этой шваброй мочишь, либо завтра с ней на виселицу. Ну, баба сразу визжать давай, мол, родненький, пожалей, люблю. Ну, Мишке-то что делать? Швабру сломал, но уродку эту забил. Строгачом отделался, в общем. Вот сволочь! Под выговор тварь подвела. Капец. Ай, ладно, была не была. Что? Это еще кто? Кто здесь? Непонятно. Так, нормально. Тихо сработано. Тихо, как так? Почему не выпал? Друг, все. Тревога! Тревога! Солдат!
До свидания, отъезжаем, отъезжаем, не стесняемся. Где-то там еще. Еще не все, а ну до свидания. Пошел гулять. Кровь останови, сейчас я тебя ее пущу. Вещь какая-то интересная. Так, ладно, наверх посмотрим, что здесь да как. Еще тут имеется револьвер. Ну, в смысле, револьвер. Ну, вы поняли, да? Так, задуть свечи. Огонь без приказа. Да что ж вы такие прочные-то, дома пошли. О, так, надо заховаться. О, все, отлично, хэндшот. Разобранное все, да? А, блин, я уже было подумал, это гранаты там лежат. Блин, а куда Павла отвели-то, напарника-то моего, а? Где он? Так, так, так. А, нормально. Нормально, только уже, в принципе, это и не нужно. Так, задуть свечи. О, как повис. Ого, поезд, ничего себе. Рейх тут прямо... да, это мощно, вы зацените. Норм броник. Мне это нравится. Ничего так. Так, а сейчас потихонечку. А, что? Сдаюсь! Не стреляй, я сдаюсь! Я сдаюсь, не стреляй! Сдаюсь, вы столько народу переложили. Оглушись. Что? До свидания. Поспи пока что. Ладно, так и быть. Я добрый сегодня. Сюда, сюда я не могу, ладно. Там такая пальба была, а чувак с книжечкой вообще в ноль просто. Уж больно палевно. Куда дальше?
Что-то я заблудился. Ну и я заблудился, ребята. Нет, там точно ничего нет, значит точно не туда ползти мне. А, блин, стоп. Да. Я в упор не помню, как накачивать. Да ё-моё, возьми ты. А, все, пошло дело. Я сюда зашел и все. Включим свет. Нормальная такая тень. Ничего так. А, ё-моё. Это позорно. С моей стороны это позорно. Такое не заметить. О, паучки. Так, где... Ого. Громкие паучки. Ничего так. А что ж с Павлом? Паша наверняка ждет петля. Кто знает, что было бы со мной, если бы он не вытащил меня. Красный, синий, желтый, какая разница? Он рисковал своей жизнью ради меня. В метро такое случается нечасто. Я не могу его тут бросить. Вот и я о том же. Я знал, что не бросишь меня. Мы ж с тобой как эти, как мушкетеры. Один за всех и все за одного. Я тебе по гроб жизни. Достань только меня отсюда, а я тебя к твоим выведу в два счета. Дьявол, это за мной. За мной идут. На вешалку. Давай, брат, не подведи. На тебя вся надежда. На выход, крыса краснопузая. Вот скоты, а. Ох, капец. Ну что, ладно, за Пашкой мы пойдем в следующей серии. Надеюсь, вам понравилось. Мне лично метро очень и очень впечатляет. Ну просто суперская игруха. С вами был Дог Браун. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Мы пройдем эту шикарную игру. Это супер просто. Так что ждите продолжения на канале. Всем вам удачи и пока-пока.